начали обращать внимание на книги. Такими большими буквами «Секс». Там было несколько книг о половом развитии. А ты видела, картинка какая? Если ты не знала, что либо обустройство... Вот серьезно, и во сколько надо начинать это все показывать? Смотрит, я подожду момент, пока сами увидят. Это дичь какая-то, а не книга. Ее рано, даже не знаю, в 10 лет, мне кажется, показывать. Жесть просто. Просто, конечно. Ты это как ты будешь объяснять? Уже овцу. Вот просто черным по белому. Ну ты контекст почитай, тогда ты поймешь, о чем это. Зоофилия. Мужчина с овцу. Эта книжка объясняет нормальные традиционные способы занятия сексом и нетрадиционные. Пояснювати дітям, що таке секс, обов'язково потрібно. Однак, на мій погляд, не варто обговорювати з дітьми 6-7 років такі сексуальні відхилення. Почути може сильно вразити дітей, тому подібні розмови варто відкласти до того часу, коли вони стануть підлітками. Дівчатки, я би попросила при дітях не ругатися. То есть, получается, это табу в их доме, а знать о том, что такое зоофилия, это можно. Может быть, у ребенка после этой картинки появится интерес. Может быть, тоже так попробовать. Может быть, он будет знать, что есть хорошо, а что есть плохо. И в определенный момент. А эта книга говорит, жизни... что это плохо? Или она просто эта рассказывает? Книга объясняет, что есть норма и что есть не норма. Первое порно в среднем дети смотрят в возрасте 7 лет. Первый половой акт в 12-13 лет. Дети должны знать, что такое секс, что можно, что нельзя. Мы с детьми говорим об этом открыто. Звичайно, говорити з дітьми про те, звідки беруться діти, необхідно. Якщо змалечку приділяти належну увагу сексуальному вихованню, дитина в 30 років буде адекватно реагувати на відповідні книжки.